Здравствуйте, перед вами углошлифовальная машина Makita 9565CV. Инструмент для выполнения различных отрезных и шлифовальных работ. Несмотря на скромные габариты, мощность двигателя 1400 Вт. Такая болгарка справится даже с большими объемами работ. Оцените ее преимущества. Система ограничения пускового тока обеспечивает плавный запуск двигателя. Электронная регулировка числа оборотов позволяет выбрать оптимальное их количество – от 2800 до 11000 оборотов в минуту. Особенно стоит отметить, что машина хорошо защищена от воздействия строительной пыли. Эргономичный корпус и вес в 1 800 граммов делают работу инструментом максимально комфортной. Такую УШМ можно приобрести как отдельно, так и вместе с удобным кейсом. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.